Георгий, прошу. Так, всем привет, дорогие подписчики. Также гости канала, значит, в марте я тут занялся тем, надо. У меня тут света не было в игре, блин, какая-то херня. Слушайте, перезагрузился сейчас и вроде как все нормально. Оказывается, их первый раз нам просто показывали, что нужно делать, а второй раз нам уже надо это все сделать. Так вот это все делаем. Вот, вообще, они, видите, здесь вообще все перепаять нужно, по сути. Видите, сколько всего это перепаивать нужно, видите, он сейчас, видите, пишет, что вам не то вы берете. То есть нам нужно практически все вот это переделать. Но, на самом деле, я уже отменял вот этот вот. Вообще надо вообще вытащить вот эти все детали. Да, видите, как приходится в таких условиях по... Вот микроскопчиком это все. Опа. Так, и где-то у нас еще, по-моему, вот... Ох, ёшкин матрешкин, а? Как тут у всего паять-то надо, а? Да, был бы еще паяльник такой, который быстрее как бы так паял. Я боюсь, что у меня тут сейчас замерзли какие-то дрянь фини. Ну, вроде бы свет появился. Нужно, правда, посмотреть, в чем проблема. Да, нужно посмотреть. Ой, как сейчас. Вроде бы... А, вот еще вот эту нужно будет перепаять. Давайте, наверное, все это доделаем. Я не знаю, что следующее за задание будет. И... Какое оно будет? Вообще надо, по идее, сейчас пожрать, посрать. В общем, да. Мы сейчас ходить все это сделать. Так. Так, это у нас сюда, сюда. Ой-ой-ой-ой, давай. Так. Говорю, занятая такая игруха, но... Если часто придется вот этим заниматься, это, конечно, не самое лучшее занятие. Каждые вот эти детальки. Но если периодически придется заниматься, то это такое разнообразие геймплея получится. Игрового процесса вообще всего. Так, и вот теперь нам дадут, да, видите, опа, да, выкидываем это. Дальше нам вот это вот нужно выкинуть. И выкинуть вот эту. Так, значит, эту мы вставляем сюда, вот эту мы вставляем сюда, и вот эту, по-моему, да, вот эту мы вставляем сюда. Отлично. Так, а что у меня с жизнеобеспечением? Ну, как-то так херовенько, слушайте, херовенько. А водичка-то у меня нет, водички нет. Есть, нет, это у меня. Да, я на кучу наделал воздухом баллонов. Теперь у меня просто с воздухом проблем никаких нету. Да. Можно, кстати, попробовать картошечку. Но картошка, знаете, в чем картошка тут проблема? Ну как это сделать? Да, она у меня засохла. Вот и да. А вот это вот я не. Точнее, у меня была здесь какие-то то ли семена, то ли. Хер, да, и плюс у меня вон, видите. Но я их, по-моему, сожрал. Как выключить вот эту систему хз. Слушайте, я не знаю. Как... А, может быть. Может вообще в ноль убрать, и она тогда как-то выключится. А, подождите, а зачем я в ноль? А. Стоп, стоп, стоп. 1.4 сейчас выставим. Нельзя как-то тебя... Непонятно. Ладно. Водичка, кстати, может вообще поберечь. Либо убирать нужно. Да. Ну, сама она как-то не особо выключается. Оп.
А, можно вот так вот. Да, вот так вот забрать палату. И оно выключилось. Итак, идем водичку с собой возьмем. Да, видите, у меня прям этот утоп. Я не знаю, тут метель. Да, была метель, слушайте, я жду. Почему и закончилась, собственно говоря, у меня энергия? Потому что очень непредвиденно долго это случилось. Долго происходило вот это вот все. Метели, буран. Да, слушайте, нормально. Не, нормально. Сейчас мы подкопим энергию. Хотя нет, слушайте, что-то у меня энергии прям... Да. Вообще, на самом деле, я бы вот эту херню бы нет. Вот так вот, знаете, что сделаем? Вот эту мы вообще напрямую включим. То есть она будет работать только тогда, когда есть солнце. Есть солнце, она работает. Нету солнца, ну и... Оп. Потому что все равно в буране делать нефиг. Так, 26 точнее. Так вот. А далее здесь убираем. Ну, я 26 вот так вот сделаю, да? Вот. А дальше это мы кидаем на нашу, так сказать, основную. Вот так вот. Так. Следующее. Да, мне писали, что как убирать. Я говорю, подтягивайте, непонятно. А убирать-то вот не подсказали. А как это все? Ну это убирается кабель, вот в чем проблема. Не подтягивается. Так, а ты откуда идешь? Наверное, скорее всего. А, вот отсюда, да? Да. Кидаем. Вон. Так. Прошу прощения. Так. Значит, сюда. Так, здесь. Бери провод. Значит, сюда. Еще, ну, не буду строить еще один. Сейчас, стоп. Да. Сюда. Провода какие-то, блин. Ну ладно. Просто все это переделать так не очень хочется. Так, это сюда, это. Вот. Можно было, конечно, еще один поставить, но я думаю, а что вот этот сыря только, да? Вот пусть стоит тут. Да. В общем, качает. Да. А они будут передавать вот это все. Это наши батареи, которые будут хранить много-много запасов электричества. Да, 70, да, правильно, 30-26, да, остальное уходит у нас на зарядку. А на зарядку становись. Точнее, вон туда уходит. Да, тут вышло сюда. Ну и отлично. Да, давайте попьем, а то я сейчас. Да, вы... И вот, видите, у меня портится еда. И, скорее всего, какой-то холодильник нужно. Может быть, мы построим его потом, да, когда. Плату, да, плату, скорее всего, наверное, сделаем, тогда, возможно, какой-то холодильник или еще что-то появится. Так, пойдемте допаяем эту эпопею. Так, где у нас? Это у нас, наоборот, снять, да, а вот это, наоборот, запаять. Так, как-то не надо... А, блин, ну, сейчас, минутку, у меня что-то мышка как-то дергает очень... Даже нет, слушайте, это не она дергается, это вот плата что-то дергается, непонятно. Оп, попадаем. А. Странно, что, слушайте, я одну припаиваю, другая распаивается, ну как-то... Ты можешь как-то, блин, припаяться-то, а?
Возможно, это от того, что... А, кстати, вот эту штуку у нас... Во, мы вот эту еще надо выкинуть. Она у нас, по-моему, если я не ошибаюсь... Вот она. Вот она, вот она, вот сюда. Угу. Так, мы разберем этот. Да, в общем, сделаем. Возможно, это в каком... А, видите, да, надо в определенном... В определенном порядке, по-моему, надо делать, да? То есть эти у нас уже... Еще одна схема полетела. Детали. Слушайте, так это мне что, всю плату, что ли, перепаять надо? Ну так я, блин, заколебусь это все ставить, слушайте, ну... Не, ну серьезно. Окей, ладно, слушайте, ну ладно. Давайте вот эту допаяем, потому что у меня тут... Ну да, скорее всего, это зависит от того, в каком порядке. То есть я вначале вот эту слева, которая стоит, такие... Вот эту вот штуку, вот, куда я сейчас тыкнул. А я ее как раз сделал... Только сделал мне раз, вторая вылетела. Блин, красота, как же я так... Повернуть-то, а? Ну, боком. Херовая, слушайте, херовая. Или наоборот, ближе подойти. Ну, тогда вообще ничего не видно. Ладно, давайте тогда я сейчас... Так, как я... Да, давайте я тогда сейчас быстренько это все пропаяю. И непосредственно посмотрим, что дальше. Самое интересное, что здесь уже можно переворачивать ее, представляете? Я, правда, не понял, зачем... А-а-а, вот так вот, да? То есть надо теперь здесь их... Угу. То есть здесь надо припаять. Ну, то есть у нас здесь контакт, по-моему, поврежден, да? Угу. Слушайте, хорошо еще подсвечивается это, а то я бы тут задолбался бы изучать основы радиоэлектроники. Транзисторов, резисторов и всех этих микросхем. Представляете, если бы игра такая вышла именно для людей, которые занимаются вот ради этих. Но я не думаю, наверное, была бы, что она была популярна. Ну, потому что на работе задолбаешься, да, делаешь одно и то же, ну, работаешь каждый день одно и то же. И тут и в игре, да, еще прям. Это, скорее всего, для тех, кто, как говорится, с этим никогда не сталкивался, ну и вот можно, так сказать, позаниматься паянием. Хотя, думаю, я занимался паянием. Так. Да, теперь у нас вроде бы все, да? Е. А, Q мы переворачиваем. Да? Вот. И вот у нас тут какая-то... Ага.
Это типа мы распаяли, что ли, или что-то? Ну нет, это вряд ли мы. Да, это вряд ли. Да, это радио. Нет, скорее всего, нужно допаять эту фигню. Вот так вот. Так, нам нужно. Ну. А, или мы с той стороны ее припаяли, я так. А, мы с той стороны припаяли. Hold E, Rate, Slot, and Download. Сейчас нажмите E. А, вот этот надо что-то такое, да? Угу. Improvise soldering. А, железный что-то там нужно. The Nexus Platinum Solder. Да, железную какую-то фигню. Да, а я, наверное, скорее всего, да, вот у меня про схему показано. Патч. Патч это, по-моему, исправить. Исправить. Ну-ка, это может вот этой? Нет, слушайте, нет. Да, слушайте, вот я приходится таким неким методом тыкать это все. Ну да, тут скорее всего какую-то часть пластины надо. Да, видите, у нас ее пока нету, да? Ладно, давайте. Так, сейчас выясним. Вот, оказывается. То есть, ну, либо мышкой нажимаем. Вот так вот. И нужно вести просто, вот. Видите? Либо Е. Ну, Е это, в общем, действие. В общем, как таковое. Вот, теперь я врубился, и мы... мы это сделали. Так. Клик Е, мульти... Вот, теперь мы берем этот, включаем, значит, этот берем. Сюда, да, а вот этот мы идем вот. Нет. Resistor Tab 1. Это, по-моему, ты... Нет, смотрите, резистор. Но это точно не... Да, если он даже не встанет, или... Ну-да, значит, скорее всего, это где-то... Да, значит, это правильно. А, резистор 1. А, это он просто мне резистор. Да, значит, что-то я... Или вот эту, наверное, да? Вот, отвертка. Может, отвертка сюда? Ну да, обычно нужно вообще проверять вольтметром, да? Да почему ты не хочешь? Да вот объясни мне. Хочет, слушайте, а что-то не... Или наоборот, типа, нужно. Ну, хорошо, давай. Ну, вот это... Я говорю, я в электронике-то не... Не бубум, не шарю. Он, типа, ругается в ровном тоне. Типа, я не то делаю, что -то. Ну, врать ли припаивать надо? Правильно же это?
Он вроде бы как уже припаян. Блин, как же ты? Ну да, одну туда вставить, одну туда вставить. А в чем проблема-то? Activating saving energy mode. А, может быть, это вначале выключить надо. Нет, сначала. Ну. Вот ты ж тварина, чё ж ты не хочешь, да? Призвала пробы за коннектор пайн. Ну, пожалуйста. В общем, да, мне нужно поспать, потому что у меня вообще вся жопа. О, а, блин, слушайте, надо этот зарядить еще. Блин, надо еще зарядить этот аккумулятором. Иначе я сейчас... Иначе я сдохну. Будет обидно, да? Напоследок сказать. Своих изысканий. Взять и сдохнуть. О, давай, давай, вентиляцию. О. Уху! Ну, забыл. Пока тут уработался, в общем. Слушайте, а мы же плату здесь вытащили, да? Ну да. Вряд ли с ней что-то случится. Ладненько, давайте, наверное, быстренько поспим. Да, точнее, да, я его положу спать, а уже на следующий день мы уже, наверное, продолжим заниматься этим. Да, и вот что я обнаружил. Я обнаружил, что у нас повреждение. Вот, и это только, да, когда я спал. Так, а почему-то вместо четырех чего случилось? Не понял. Слушай, мужик, с собой же все в порядке было. Какого? Ну, тебя же вроде бы. А, у него интересно. Возможно, что-то. Да ладно, серьезно. То есть мне теперь игра не даст выбраться из этой закольцованности. То есть я буду постоянно умирать. А вот представляете, да, вот как только сохраняешься, вот так вот, если будешь, да, сохраняться, сохраняться, а потом такой херак себе. Так, давайте мы тогда. Опа, перепрыгиваем. Ну, oxygen set. Suit. Ну. Угу. Чуть-чуть не успел. Слушайте, вообще непонятно. А, вентиляция, да, у нас воздуха здесь нет. Хотя здесь, с другой стороны, я же в скафандре. Какого? С какого перепугу игра ты? Давай, 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 перепрыгивай, перепрыгивай. Ну, во. Ну, блин, ну, быстрее, быстрее. Не хочешь? Ну, вообще странное. Странно и непонятно. В общем, под конец вот такая вот метаморфоза случилась и... Можно, конечно, более старое сохранение, но, понимаете, это я же все там сделал, припаял, запаял и... Ну... Oxygen set. Suit. Да почему ты умираешь, гребаный ты придурок? Ну вот непонятно, слушайте, непонятно. Аккумуляторы ей были, то есть я их зарядил. В скафандре воздух был.
воду, ну, вода тоже вроде бы как есть, да? Вот. И, ну, непонятно. То есть у него падает почему-то жизненные показатели. Можно, конечно, лечь спать. Может быть, он мало спал. Или наоборот, очень много спал. В общем, напишите в комментах, да, что вы по этому поводу думаете. Возможно, он замерз, да, поскольку поднялась с левой стороны там такая шкала, очень быстро-быстро она поднимается, вот. Вот, экспериор какой-то, да, вот, возможно, из-за этого у него, как он, ну, вот. Ну, видите, вот так вот. Ну, это все, это бесконечное зависание, в общем, цикличность. Пойдет цикличность, и да. Напишите в комментах, по вашей версии, что с ним случилось, и вообще, почему он так делал, почему он именно вздыхает, хотя у него все есть, да, и еда, и он как бы нормально себя чувствует. Вот, ну, одно из моих предположений, это все-таки, скорее всего, мало спал. Так что лайк или дизлайк. В общем, да, лайк или дизлайк на ваше усмотрение. Ну а сегодня все, пока-пока. С вами был я, мастер квартиры 1. И, ребята, скоро увидимся. Не переключайтесь.